Стелс Торнадо. Самая замороченная и мощная подвеска из того, что я в принципе видел на таких велосипедах. Посмотрите, какая мощь. Передняя часть алюминий, задняя часть стальная. Вот из такого бы сделать электровелосипед. Ширина нижней рамы просто ни рукой даже не обхватить, насколько она широкая и огромная. Представляете? Вот такие велосипеды делали раньше. При этом вилка у нас идет под забивной шток. Руль, рога, я так понимаю, что все это, видимо, комплектное. Мощный велосипед, Алто сзади. Умел делать стелс всякие интересные извращения в свое время. Не знаю, как работает подвеска, честно говоря, но пружина даже, посмотрите, анодировка. Анодировка под цвет рамы. Интересно было бы на него мотор поставить, прокатиться, но, к сожалению, велосипед не мой, поедет он сейчас дальше куда-то кататься.